А так, в общем, слиток мне пригодился. Когда-то давно их я уже отливал. И сейчас я буду отрежу ножовкой. И примерно где-то будет у меня тут стоять. Наверное, где-то сантиметр возьму. Сейчас отрежу. Примерно так. С запасом. Ну, в общем, вот такой слиток медный. Буду делать, как говорится, больстер. Больстер. Yeah.
звезды есть. Вот так пока место выглядит. Такая вот у меня получилась ручка вместе с ножом. Тут у меня такие проставки, здесь пластик зеленый, между ними вставил латуневую проставку. Вот пока не так это дело выглядит. Сейчас буду обтачивать, делать какую-то ручку. Итак, сейчас будем смотреть, что получится.
получилось у меня изготовить такой ножик. В руке довольно сидит так хорошо. Такой интересный получился, я скажу. В руке держишь и не хочется его отпускать. Тут у меня получилось 8 звезд. Так же самое его еще отгравировал, подписался. Сантор. Это мой ножик. Буду использовать на рыбалке, либо на охоте. Вот так выглядит замечательно. Это мой, получается, первый нож, что я изготовил. Итак, друзья, изготовил такой я нож первый раз, и мне его получилось изготовить. Примерно пошло по времени. Занимался только ножом выходные дни, когда не работал, делал воскресенье, ну, практически, да, воскресенье. И также воскресенье его закончил. Пошло мне 4 дня, да, а может даже 5. А так, в целом, нож мне нравится, как он получился. Такой необычный. В руке держишь и действительно не хочешь его отпускать. Что-то в нем есть такое заложенное. Так что, а вы, друзья, и кто смотрит это видео, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого ножа, как он выглядит, нравится, не нравится вам. А мне очень нравится. Думаю, сейчас еще изготовить еще один нож. Думаю, на следующих выходных начну я изготавливать другой нож. Ну, тоже так, для рыбалки и для охоты. Так что, друзья, с вами я не прощаюсь и до новой встречи.